Вот эта территория площадью 12 квадратных метров в Ярушкинском дендропарке и есть тот самый полигон для необычного эксперимента. Летом именно здесь обильно растет опасный борщевик. Теперь с ним будут бороться при помощи морозов. Промерзание почвы ниже минус 10 градусов. Вот, по литературным данным, отрицательно влияет на всхожесть борщевика. Соответственно, создана площадка, на которой удален снег, вот, и заложены термометры для того, чтобы знать, какова температура почвы без снега. Да? Для сравнения, заложены термометры под снегом. Данный эксперимент может послужить модельным для одного из способов борьбы с борщевиком. Идея проекта в том, что подземные почки и семена борщевика погибнут, если их заморозить до температуры ниже минус 12 градусов. Сегодня активисты приехали на полигон, чтобы проверить, какова температура почвы. Температура почвы. 12 градусов. Нет. Ага, да, у нас нет. Вон, минус 5 градусов. Пока маловато, но активисты надежды не теряют и намерены продолжить эксперимент. Морозы до минус 24 начнутся в ночь на четверг и продлятся до понедельника. А это значит, что сейчас можно еще убрать снег, чтобы увеличить площадь экспериментального участка. Лопаты в руки сегодня взяли десятки волонтеров. Чем больше у нас будет проморожено, тем лучше. Кроме Удмуртии, в эксперименте участвуют еще несколько регионов России. Везде ждут победы. Правда, есть и пессимисты. Их довод – проекту не хватит средств. Эксперимент обречен на провал, потому что в банке семян в почвах семена хранятся в течение нескольких, я не побоюсь сказать, многих лет, не прорастая. Эти семена прорастут, например, на следующий год, через два года, а зимы в Удмуртии снежные. И для того, чтобы промораживать борщевик ежегодно, просто средств не хватит. Это очень дорогое удовольствие. Чем дальше, тем больше нужно будет средств. Но я надеюсь, что сэкономить получится, если только этот проект окажется удачным, то тогда, я так думаю, вот вывести снег – это дешевле, чем вывести зараженный грунт и его где-то захоронить. Да? Получается, это дешевле. Сейчас участники проекта вместе с учеными выясняют, достаточно ли будет одной морозной зимы для надежного уничтожения растений борщевика. И если да, то это лишит скептиков последних доводов. Дмитрий Вороновнин, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия».